уникально то, что мы сейчас здесь делаем, потому что мало, да, которых там вообще ресторанов этим занимаются, развивают эту культуру. В первую очередь мы развиваем ее для себя. То есть, ну, как бы хотелось бы, конечно, да, вот, делиться с этим всем опытом. Это уже не первая гастрономическая дегустация, которую мы, по сути, уже проводим, а третья. И каждый раз для себя есть какие-то новые открытия, и всегда надо проводить какие-то эксперименты. И для себя всегда открываешь что-то новенькое, однозначно. То есть, даже, да, казалось бы, несовместимые какие-то вещи, они просто идеально, да, друг другу подходят. Вот. В любом случае, если в двух словах, да, профессионал, он никогда не должен стоять на месте. Да? У него никогда не должно быть какой-то догмы. Да? То есть, вот, он всегда должен идти вперед и только вперед смотреть. Все. Я здесь уже работаю больше года. И за год, конечно, как у нас семейный ресторан, я постоянно как бы вижу наших постоянных гостей. И если, да, для этого действительно что-то прикладывать, да, какие-то усилия, что-то делать, за год у меня были колоссальные изменения, да. То есть, если у меня тогда кушали одно, пили другое, да, совершенно, да, казалось бы, ну, далекое от идеала, да, напитки, то сейчас, поверьте, да, вот мне уже год сидят за столиком с профессионалами, то есть они делятся каким-то опытом, они приобретают новый опыт какой-то. То есть им это нравится, они от этого получают удовольствие. Ну, соответственно, от этого получаю как бы я удовольствие. Какой будет следующая тема? Когда? Что? Где? Когда, тяжело сказать. В Италии есть такой достаточно именитый, да, винный такой путеводитель. Он не только по винам, он и по гастрономии, и Гамбаро Россо. И вот мы хотим сделать это после Нового года, попробовать такой интересный вечер. Гамбаро Россо дает своим винам, лучшим винам, 3 бокала. И это мы хотим как раз вечер сделать посвященный, эногастрономический причем, именно 3-бокальным винам Гамбаро Россо.